ударов не задам. Yeah, boy. Привет, с вами Амигос, продолжается Dark Souls 3. Наконец-то я нашел доспехи, которые обеспечивают мне балансный вес, позволяющий таскать тяжелый меч, иметь кое-какую защиту и неплохо им махать. Это черный сет вон той вот черной служительницы изначального черного змея, плюс доспех танцовщицы, потому что, ну, броня той черной бабы — это сучий халат какой-то. Я ж, блядь, не в парикмахерской тут работать пришел, я пришел со злом сражаться, поэтому я купил доспех танцовщицы. Не бабский доспех. Будем считать, что это унисекс. Не, на самом деле, конечно, выглядит... Даже в черных доспехах можно смотреться отстойно, потому что, ну, сзади какие-то седые волосы, какой-то парик, блядь, прикрепили, что это такое. Да и вообще, я решил, в общем-то, тяжелый меч не точить, не таскать, потому что, да, у него дамаг может быть и повыше, да, у двуручного меча, потому что... Ну, заточка именно двуручного оружия прибавляет ему по 12-14 основного дамага и бонуса от скейлов. В то время как при проточке одноручного меча получается там что-то типа плюс 6. Скейлы от тупой заточки не меняются. Чтобы поменять скейлы, надо было заточить. Да, дамаг у меча я разогнал, хорошо. Но даже если дамаг у него в два раза выше, чем у одноручного, а это безусловно не так, потому что выше у него дамаг от силы процентов на 50, это максимум, да, вот если посчитать. Тут будет 350, у одноручного меча при схожей заточке будет 300. Но при этом одноручный меч машет, сука, не в два, а в три раза быстрее, мне кажется. И одноручный меч поэтому дамага накидывает намного больше. Про то, что двуручный меч таскать в двух руках, это я вообще молчу. Вы не то, что лишаетесь бонуса от щита, да, при блоке. Многие щиты дают другие бонусы. Ну, не, ну щит вы будете носить на спине, поэтому бонус там на восстановление стамины у вас останется. Как я понимаю, да? Ну-ка, проверим. Но многие щиты парируют, а парирование... Для тех, кто им пользуется, это просто вообще благодать. Нет, так мы никогда не узнаем, работает щит или нет, потому что у меня кольцо дает то же самое. Вот. Видите, бонус на дополнительные души остается. Но и вес вы получите дополнительный. Не у каждого так герой прокачан, что может таскать такие тяжести. Жалко, что вот у этих белых доспехов такая отстойная защита, и придется носить доспехи китайского серебряного рыцаря. Не знаю даже почему китайского, наверное, потому что они в этой части работают через жопу. Вот. Вот такой видон, короче, у меня получился, моего рыцарька. Я решил натачивать все-таки этот черный меч тьмы. Ну, просто мне нравится его размашистость, что он по горизонтальной плоскости наносит такие широкие удары и частенько задевает двух человек, а то и трех. В принципе, ну, не то, что этот меч, не то, что он дамажит. Есть определенные закалки, которые позволяют этот меч перевести на скейлы от магии. И вот только при таких раскладах этот меч становится имбовым, как мне кажется. Я не знаю, можно ли... Ну, бонус от магии А. От двух магий, ну, то есть от веры и от магии Б можно сделать два бонуса. Это вообще мощь. И у меня есть этот камень. Можно и как-то изумительным камнем или каким-то таким наточить меч. Будет от силы и от ловкости Б. Но этот камень я до сих пор не нашел. Поэтому пришлось сделать меч просто тяжелым. Бонус от силы А. Но очень мало прибавляет, конечно, силы. Потому что меч... Ну, очень мало дамага от силы прибавляет. Потому что меч одноручный. Но все равно. При этом можно таскать тяжелые доспехи. И очень-очень быстро этим мечом размахивать. Что, конечно, по-моему, круто. Ладно, а сейчас пора, короче, пешеходить в замок Лотрика. И там уже чистить эту локацию от этих долбанных рыцарей. И смотреть, где там все эти обещанные секретные боссы. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, в прошлых частях двуручное оружие тащило сильнее. То есть двуручное оружие там было заметно мощнее одноручного. То есть. А здесь как-то, ну, это как-то из Bloodborne сюда перешло, что двуручное оружие, оно невыгодно. На мой взгляд, конечно же. Может, у вас... какое-то другое мнение на этот счет, но по мне так двуручное оружие явно не стоит своего дамага, своего веса. Смотрите, вот у меня вес снаряжения 49,7, то есть не меньше полтенки. А, кувырок остался.
Почему-то вот я почему факел убрал, потому что в прошлый раз при вот этой же, этих же шмотках я и таком же весе у меня пропал кувырок. Возможно, это баг был. Впереди отсутствует иллюзия. Какая иллюзия? Впереди отсутствует. А, да это же, блядь, опять я сюда пришел. Это просто срезочка какая-то. Почему тут отсутствует иллюзия, я вообще не понял. С этой стороны не открыть. Окей. Ну я уже убивал этого рыцаря. Смотри, сколько надписей тут понаписали. Осторожно, рыцарь. А шлепки крови тех, кто не понял, что осторожно, рыцарь. Может помочь дыра. Какая, блядь, дыра? Этот рыцарь так себе. Вот тот с глазами, тот более злющий. Ну, в принципе, нахрен его убивать. С него ничего не падает такого путевого. О, он еще и зачаровывает. Пошел в жопу. Да, я видел эту гифку, как этот рыцарь прыгает в лифт и убивает какого-то чувачка незадачливого. По-моему, вот здесь можно было сойти на берег. Так сказать. Ух ты, блядь. Что это такое за кусок дерьма роится? Так, дайте-ка мне этажом выше катапультироваться. Мне кажется, там какой-то спрятанный секретик. Может быть, это тайная тропа? А может быть, это не тайная, да? Сад снедаемого короля. Блять, сколько тут королей-то в этой игре? Осколок Эстуса. Вот так вот. Ничего себе. Причем во всех играх от этого разработчика есть вот этот прикол, что в лифте, когда едешь на лифте, можно выйти пораньше. А что это такое? Это опять, блядь, 100 лет не видел это говнецо. А там кто как надпись смог оставить, непонятно вообще. Обломок титанита, вел, ничего себе. А, ну он туда перепрыгнул. Ах, одиноко. Так. Эта земля похожа на чешую дракона, блядь, она травит. От души они населили эту локацию вот этим говном, я хочу сказать. Прям очень много их тут ходит. Ну да ладно, давай. Блять, нет. Я не пойду в жижу драться с ними. Пусть, если хотят сражений, пусть выходят. Коготь. Черная бомба. Черная маска тени. Так себе лут. Можно было и не брать. Что еще? Ися кольцо жертвенности. Вот во второй части это кольцо можно было чинить, оно там, да, круто помогало и человечность сохраняло в этой части. Ну, не самая нужная вещь, прям скажем. Да и в той не самая нужная. Можно играть осторожно и обходиться без ненужных смертей. О, храмовник стоит, ничего себе. Живой. А чё ж храмовник не сражается тут с нечистью-то? Сука, ёбаный токсин, ёб твою мамку. Как быстро в этой части с оружия спадает вот это зачаровывание, вы заметили? А, храмовник это, блядь, тот чувак и есть. Как обычно, в момент удара ногой, блядь, я пропускаю. Может, не стоит бить ногами? Уголь. Ну, прямо скажем, хотелось бы что-то, блядь, что-то из его сета все-таки выбить, а не уголь. Ой, огонь мы не любим, да? Даже мы в принципе не любим, когда нас бьют. Пиздец, ну просто нахуй невозможно драться с этим говном. Оно просто извивается, блядь, и хуярит. Блядь, ты нахуй не сдох еще, что ли? Ёбаный ты в рот, блядь, а? Пиздец какой-то, блядь.
Полнейший причем, блядь. Большие осколки титанита с них фармить, что ли, здесь предлагают опять. Тут, смотрю, со всех большие осколки титанита падают. Это вообще единственное, что здесь падает. В принципе, я понял тактику сражения с этим говном. Сначала бросайте издалека в него бомбу огненную, чтобы он прихуел. А потом подходите и добиваете его по-шустому. Давайте проверим. Бомж какой-то встал, блядь. Ты что тут заблудился, что ли, братан? Твои 20 локаций назад закончились. Наверное, и первый босс также убивался, я просто не проверил. Тоже бомбочкой в него бросаешь. Он начинает охреневать. Это неслыханной дерзости. Пепельная, блядь, смола какая-то. Только не травануться, у меня больше нечем. О! Блять. А лайк токсины не мог снять. Ну хули тут дерево-то это, ёб твою мать. Темный самоцвет. В жопу темный самоцвет. Ах, кому он нужен под конец игры? Тут тьма, по-моему, вообще самая беспонтовая хуйня в этой части. Лжец. Что лжец? Где-то там, наверное, написана иллюзорная стена, я просто не вижу. Так. Кстати, кто-то в комментах написал, что там, где я прыгал в обрыв перед боем с Йормом, что там действительно был секрет, я просто прыгнул. Ну и чё я, ебать, пойду искать, куда там прыгать надо. Ценой своих бесконечных смертей, нахуй, мне такие секреты. Секрет говно, блядь. Если секрет невозможно, блядь, разгадать как-то самостоятельно, а надо, блин. Ну, серьезно, кто и как догадался, что туда, блядь, можно прыгать? Кто тут человек? Что побудило его попробовать сорваться вниз? Непонятно, блядь. Говно, значит, это не секрет. Требуется спрыгнуть тогда кольцо. Вот это путевая подсказка, но я и так такие места, как вы видели, все время проверяю. Ага, не здесь. Ну, по дороге, значит, на лифте надо спрыгнуть. Это вообще мое любимое. Они, блядь, на каждом лифте такую хуйню сделали, походу. Интересно, куда вообще этот лифт ведет? Бля, как души копятся тут стремительно просто. Ну, я пришел с пятеркой, убил 4 мобов, уже 14 тысяч. Чего? Как он там написал? На потолке уже пишут, блядь. Совсем вандалы охерели. Так, давай смотреть. Лифт с крыши, хер поймешь, куда прыгать надо. А, да вот сюда, куда. Знаешь, что такое? Веточка. Кольцо с чешуйкой дракона. Самый прикол, что лифт уехал, мне назад не спрыгнуть. Кольцо с чешуйкой дракона уменьшает урон от удара в спину. Обалдеть вообще, блядь. Самое нужное кольцо из всех, что я видел. Тут опять Папа Римский. Месть. А, он тут хиляет, отсюда стоит. Какой засранец. Ну, на самом деле, я не знаю, что накладывает его вот эта аура, которую он кастует. По-моему... Медленное, но верное восстановление здоровья. Блять, а куда лифт-то ведет вообще? Может, тут срезка какая? А черт. Дать ему пиздюлей или не дать? Да, пиздельщик левел 80. Бомбы-то еще дорогущие на него трачу. Черные. Можно было и дешевыми его забрать. Что? Что еще? Бесцельность, но дыра.
Нахуй, там еще кто-то сдох. А, так, где эта дергалка? Сейчас поглядим, что там у нас. Бля, как синяя вот эта херня быстро кончилась вообще просто. А, на 4 раза зачаровать мечик хватает. Надо либо с собой носить. Но я нашел еще один осколок. Можно, конечно, перелить. На случай долгих странствий. Эстус, синюю бутылку. На... эффект. Сам эффект, он не настолько силен, чтобы постоянно париться от того, что он наложен или нет. Но видите, есть мобы, у которых нету к огню вообще никакого, никакой стойкости. Где это я? Не знаю, где это я, но тут лут. Осторожно назад. Какой лжец тут, чего тут, блядь? Темно, как в очке сатаны, конечно, это да. Пиздец, накастовали уже, ёпта мать. А где, они их не ресают часом? А еще и друг друга кастовали. Ах вы маленькие гомосеки, блядь. Потыкались уже волшебными палочками, да? Ага, ну это срезка. Обломок, вау. Я видел эту дверь где-то. Да, отлично. Это я удачно зашел. Теперь можно смело идти. Смело давануть мид, короче. Единственное, что здоровье, блять. Вот не люблю, когда вот не хватает такого. Вроде солидный кусок здоровья, а вроде эстус лечит намного больше. И сидишь такой, думаешь, тратить, блять, или не тратить. Таки тратить или таки не тратить. Тратить или, проберечь на потом. Проберечь на праздники. Черт, я, блять, не туда высадился. Тут же надо пораньше выйти, чтобы там с рыцарями повоевать. А, нет, блядь, тут лестница же. Да, какая в жопу разница. Так, ну это обычные опять два храмовника, в принципе, они. Никакой из себя угрозы особо большой не представляют, в отличие от рыцарей с сучьего лотрика, которые те еще сукины дети. Но с двумя такими драться я бы очканул, наверное, пожалуй. Быстрее. Ебануться. Вот это да. Сглазил я что-то. Где бэкстаб-то, блядь? Не понял, а чё тут? Вот он. А чё тогда не сработал? Я люблю лежачих добивать ударом в спину. Это двойная подлость. И в спину, блядь, и лежачего до кучи. Нравится. Так, а тут у нас лесенка. Тут у нас лесенка. А там у нас лесенка, лесенка. И там лут лежит. На самом деле я уже не надеюсь найти какой-то убер-сет или убер-меч. Обломки титанита, вот это, блядь, хорошо. Это, наверное, самое ценное, что для меня сейчас вообще бывает. Я думаю, что все самое лучшее я уже нашел. Осталось только, возможно, из какого-то босса вытряхнуть душу и сковать меч. Ну, колотушка, которую я сделал, мне... Я бы ее, может, носил. Не, во-первых, она, сука, тяжелая, как падла вонючая. Не должно оружие столько весить. Мечи двуручные весят в два раза легче, а дамаг такой же, по-моему. Во-вторых, у нее мне не понравился обилка. Ну как это? То, что юзается там. Типа рассекающий удар, еще какое-то говно. Вот там отстойное вообще.
Я слышу какие-то вопли, блять, вообще увеличивает поглощение урона от магии. Интересно, почему это кольцо лежит именно здесь? Неужто босс магический? Кристалл какой-то. Вау, где он такой шлем? Стильный шлем гоблина взял. Нет, драконья морда. Вы слышите? Что-то, блядь, какие-то звуки отвратительные, как у... в парке юрского периода у маленького тираннозавра, у которого лапка была повреждена, он там также верещал. Так, я, конечно, к боссу-то пойду, но сначала я пойду, пожалуй, потрачу свои честно заработанное. Да уж, сюда пока дойдешь, снова души набиваются, смысл было улетать. Но у меня кончилась эта синяя херня для зачаровки оружия. Блять, посмотри, прижал, а? Соси ты хуйца, ёпты, говно ссаное. Блять, пидорасы. Бесстрашно шагаю вперед, посмотрим, кто тут босс. Лучше драться с глистом переростком, чем с двумя, блядь, этими ебаными рыцарями. Ну это снедаемый король, судя по всему, да? Не, это, блядь, медуза какая-то. Это дракона... дракон? Оцелот, драконье дитя. Агент Арчер был бы без ума. Не отдам. Слышишь, мне твой котик нахер не нужен. Это так похоже на ногого... Нет, это на уебище на какое-то похоже. Вообще говно какое-то. Че это такое, блядь? Конь какой-то педальный. Ну, дрищ, берегись. От Сейрос, блядь. Он и так как будто раненый держится за печень. Пробухал, наверное, ее. Вас из луз, Фридрих, вас из луз. Пар? Ты король говна и пара? Так вот, кто... так вот, как ты выглядишь. Ну, по хвосту дамаг, блядь, не засчитали. По драконьему, блядь, хвосту. Ты нахуй, Оцелот, ты чё, дурак, блядь? Какое нахуй дитя дракона? Show yourself, Ocelot. My dear little Ocelot. Ебу кинти, блядь. Тебе не надоело это говно кастовать? Ocelot! Откуда столько скорости, братан? Это у него не яйца, нет, это пузико, блядь. Я думал, яичко, блядь, вылезло. Воу-воу, изи. Ебануться. Дай выйти нахуй, я ничего не вижу, заебал, блядь, ебанат. Пизду, как так драться-то? И... у него кристаллы, как у ногого сита, только ногой сит не был ебанут на оцелотах. Ой, блядь, ну чё ты нахуй, давай ты, блядь, драться-то, ёпты, по-нормальному. Ну как богатыри, блядь, грудь-грудь, садись, бля, пиздец, не ударить. Тут надо меч километровой длины какой-то, блядь.
вертушки, прям как у Ван Дамма, блядь. Там еще и дети какие-то орут. Целое вот это имя. Ацелот. Ланцелот, где ты? Да, тихо, нахуй. Стойте так, я все уложу. Ну, хорош, блядь, как очком-то. Удар очком, это вообще. Чак Норрис даже жопой никого не бил, блядь. Блядь. Ну, почему... Главный герой позволяет себе такие конченые промахи, я не понимаю, блядь. Говно, босс какой-то вообще, блядь, ебанат. Что-то бегает, крутится, блядь, мудит, как хуй. Блядь, драться-то нормально, кто-нибудь будет здесь, нет? Душа снедаемого Ацейроса. Что его снедало? Тоска по кошкам? Я ебу котят всегда... Всегда готов трахать ацелотов и котов. Да, я за Фил, не говори. Что-то понаписано тут. Давайте осмотрим этот храм любви к ацелотам получше. Вот тут кто-то помер. О, разоделся, вооружился. Вот, смотрите, два топора. Вот, блять, анимация, конечно, отсутствует. А, чё тут у нас? Это невыносимо. Что невыносимо-то? А, ну, это паладин зависший. Я не буду с ним драться. Пошёл нахер. Ничего интересного с них не падает, вроде как. Ну, да. Босс абсолютно проходной. Просто ебанул его мимоходом и дальше пошел. Ацейрос. Странно, что он в высокой стене Лотрика значится, а не там уже в следующей локации. Вот я вот что-то не понимаю, я до сих пор по высок. Вроде сад снедаемого короля называлась эта локация. Ацейрус. А тот, наверное, Ацелот Ацейросович. Блять, что-то в храме огня лаги какие-то начались. Игра, походу, обновилась. Оптимизацию увезли немножко, блядь. Да-да-да, позволь душам напоить тебя, да. Да, похуй, пусть дамаг растет и заебись, что еще надо. Жизни у меня хватает, брони до жопы. Пойдем посмотрим, что, короче, из души этого оцелотчика, блин, можно выковать. Блять, вот как неудобно ходить к этому лудлету. Почему с ним нельзя снизу разговаривать? Он что, блядь, плохо слышит? Маленький человечек, маленькие ушки, скажи, херово слышу. А, душа знатока кристальных чар, диакона глубин, снедаемого Ацейроса. Блять, это магия. Позволяет выдохнуть кристалл. Дыхание ногого сита. Смотрите-ка, я же сразу сказал, что он на ногого сита смахивает. Неужто, блядь, здесь есть перерождение все-таки? Вот эта магия должна быть не выдохнуть кристалл, а вдохнуть кристалл и заторчать. Тогда бы, может, прокачал бы. Так, щит, говно, все говно, все говно, мне ничего не нравится, заебало. Почему оружие из боссов? Мне вот никогда ни в одной из частей ни разу не понравилось оружие из душ боссов. Почему они такие дерьмовые все? Они не то что дерьмовые, они вообще ничем не лучше обычных заточенных пушек. К тому же все двуручное. Все двуручное и очень тяжелое. Ну, на новую игру плюс-плюс-плюс, видимо, это задел. Наверное. Не знаю, может в этой игре кто-то будет прокачивать переносимые эти снаряжения, вес. Ну, сейчас мы, походу, блядь, Ацелота увидим, да? Или он убежал? Я бы от такого хозяина тоже убежал. Впереди послание. Да, там... А это... впереди послание, а это, наверное, посыльные лежат, да? Что это такое-то? Мне кажется, они подскочат сейчас. Может быть, это ящерица? Где? А чё так мертвых много? Никак засада. Кто-то в одних трусах тут, блядь, биться с ними пришел. Зачем? Ты еще что такое?
крокодил какой-то, блядь. Их убил первый же вот этот гомункул, блядь. Смотрите, пятна просто. Кого-то, кто-то на каждом шагу шел и менструировал тут. Кровище налилось. Че с ними стало-то? Они подошли и хоп-хоп по ебальничку сразу. Хоп по еблищу. Хоп-хоп. Кто-то их тут отпиздехал вообще знатно. Но я не думаю, что... Путь дракона. Вот этот жест. А, и сет дракона на нем одет. Дайте мне лучше его шмотки. Время пришло. Отскок. Какой нахуй отскок? Там дыра какая-то. Возможно, что кто-то в эту дуру на них нападает. Ага. Мимикрадон опять. Нет? Не мими. Я помню это место, где надо юзать вот эту, этот жест. В комментах просто, блядь, каждый про это написал. Но поверьте, это место прекрасно и без вас запоминается. Я около него прилично постоял и подумал, что ж там надо делать. И то, что там нужен жест, там прям написано. У меня просто этого жеста не было. Что это такое, блядь? Это все? Больше ничего нет? Что-то мне не нравится. Это темень. Да будет свет. Воу, 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 воу. Смоук, ты полегче. Тоже думает прыгать, не прыгать. На меня, наверное, смотрит. Тоже подождать решил. Посмотрим, типа, что будет делать этот чел. Блять, какая стрёмная лощина здесь. Заброшенные могилы. Слушайте, ну любят они в этой части вот эти вот локации за иллюзорными стенами. Здесь иллюзорных стен больше, чем во всех частях предыдущих вместе взятых, по-моему. Камень утраты. Ну, по-моему, это гробик, в котором Нита лежал, полеживал, нет? Чаша опять. Тематика чаш тут повсюду. Уже которая чаша я, которую вижу. Одну даже ставить надо было на алтарь. Я кого-то слышу. Собаки. Ага. А вот эти тетеньки, это они из храма. Я с ними дрался около храма глубин. Там две такие было. Здесь, видимо, остальная тысяча. Блять. Сука, напропускал, мудак. Щеночки, щеночки. Видно, да, что они одеты в черное, что это служительница черной церкви, служители, судя по всему, а то и бездны. Хранители могил это. Ага. Блять. Начинается нахуй. Гау-гау, блядь. Ты подойдешь за ударом-то, чмо? Пиздец, они нахуй зажимают. Заебись нахуй просто. Я вообще нихуя не могу сделать. И щит. И щит, блядь, нихуя их не блочит. Блядь, кто придумал собак в этой игре? Пидорас ты, блядь, чувак. Ну ты и гандон, нахуй. Пиздец, ну нахуй, блядь, вообще ублюдок. Ёбаный в рот, нахуй. Пиздец, они бесят. Заебали нахуй, мертвого, блядь, заебут. Сука, хуй попадешь, блядь. По очереди просто по КД тебе щит сбивают, нахуй хуярят. Отлично, блядь.
Наверное, долго ты этого бомба придумывал, блядь, сидел, наверное, ночами не спал. Какое бы говно в эту игру ввести, чтобы оно всех заебало просто, нахуй. Собаки, вот, блядь. Собаки охуенно, все любят собак, блядь. Больше собак, блядь, пиздачья игра, да? Ворон тоже видел. Что нахуй, хуйня пернатая, блядь. Слава богу, что хоть здесь не стая ебаных собак. Как насчет босса, блядь, собака, нахуй, ее блядская стая. И нахуй. Ну ты дебил, блядь. Шел нахуй отсюда, уебок. Пепельное кольцо Эстуса. Чего, блядь? Ой, блядь. Ну и кольцо, ёб твою маму. Как будто есть, ну, маги, может, да. Маги наверняка маной тут свои стреляют. Им, может, кольцо и зайдет. Нормальным людям оно нахуй не нужно. Сука, где этот пёсий рот, блядь? Все, пизда, опять сидят. Даже нахуй не выйти отсюда, блядь. Ну тут видно по пятнам крови, что я не один, блядь, в восторге нахуй от этих собачек. Слышь, заебанка, блядь. А чё у нас наверху там? А в жопу насрать, что наверху. Что эти блохожопы охраняли, интересно? Обломок титанита, я-я. Как так-то, блядь? Вы, дамочка, не охуели? Большой. Большой осколок титанита — это обломок. Вот он по-настоящему большой. Интересно, если я в воде кувырок сделаю. Закалка с меча пропадет. Ящерица. А, это ящерица. Блять, то дохуя ящериц. Чё еще есть на выбор? Там лут какой-то светится. Сюда дорога, сюда дорога, туда. Да как тут ходить-то, блять? А, опять, блять. Ну понятно, тут ничего больше. Значит, прямо или направо? Направо куча ящериц. Чё прямо? И чё? Кристальный кто? Вот сука. Тебя еще не хватало, демон. Дочь кристальных кристальной Кримхильды. Иди нахуй, привет и передавай. Чё-то не улетело-то, блядь. Давай уже за ВДВ вся хуйня, не? Кристальный Брунгильды, блядь, она. О, а там смотрите, сколько призывных этих надписей. Там, походу, босс. Видение, костер. Отсутствие костра. А-а-а, ебать, я понял, я узнаю это место, это начало игры. И эти с одного удара убиваются. Нихуя себе там надписи. Там же этот, Гундос, блядь, или как там его, Гундир. Да, чё костра нет, кстати. Темно, наверное, тут. Отсутствует кислород, ничего не горит, кроме моего меча. Был бы меч, который в землю втыкаешь и сохраняешься.
Так, я пойду ящериц сначала напинаю. К боссу я всегда успею. А вот ящерок пофармить. Можно опоздать, да? Давай, ящерка. Раню ее в руку. Давай ты, блядь. Воу-воу. Оу. Ого. Блядь, а вот такого уговора вообще не было. По одному, да. Толпой нет. Пошла в жопу. Так, от одной я избавился, походу. Блять, вот это сеча нахуй. Ой-ой-ой. Мать моя, страшно. Их вообще можно, если лут с них не надо собирать, их можно выманить к обрыву, они, блядь, сами туда спрыгнут, наверное. Учитывая их любовь кататься как колобочки, блядь. Четыре титанитовых чешуи. А нахуя они нужны? Напомните мне кто-нибудь, что с ними делать. Титанитовые чешуи, по-моему, оружие из душ как раз и точат. Светлое место. Да, в натуре. Лобное место Ксении Собчак. Блядь, 37 тысяч душ накопил, ёпта. Ничего себе. Да, с них до хера. Опа, она. А, это блестит камушек. Я думал, лут повыше положили. Блять. Ну чё, сука. Далековато сюда бегать. От кастрата вроде, да? От кастрата. Где кастрат? Стая собак обоссанных, обосранных. А, не, вот костер. Не, недалеко. Нормально, можно тратить. Идти и тратить. Да, бегать сюда, я вам скажу, даже мертвого заебет. Дело в том, что, ну, во-первых, повели этих охранников могил не обойти. Они так и так за вами погонятся. Во-вторых, вот эти обычные бомжи, у которых внезапно атака стала, ой-ой-ой, какая большая, они встают. Их нельзя зачистить. Они всегда будут вставать, блядь, как я понял. Либо их тут просто, я не знаю, тьма какая-то тьмущая, очень дохера. Блять, а тут и дымную дверь-то не поставили, пиздец. А, они сюда сами не идут. Ну, хоть так. Но из арбалетов, походу, стрелять сюда они все-таки будут. Окружили статую свечками. Парафиновая терапия. Но я не вижу, чтобы в нем меч торчал, да? Да, в нем ничего не торчит. Возможно, что мне дадут так пройти. Да, возможно, мне... Нахуй мне дадут пройти. Тут, наверное, наоборот, надо меч не вытащить, а вставить. Вот он, видимо, лежит. Глефа Черного Рыцаря? Алебарда Черного Рыцаря валяется просто так? Вы чё? Вы серьезно? Это та самая алебарда Черного Рыцаря? Глефа 150... Ну... Так, с демоном хаоса. Причем тут демоны хаоса? Черные рыцари часто сражаются с противниками намного большего размера. Уникальная атака этой глефы значительно снижает баланс противника. Удар с разворота. Интересно как. Ну, по статам я что-то не скажу, что 8 расход, ебать мой хуй. Я не скажу, что это та самая алебарда. Что-то дамаг какой-то маловатый, по-моему. 160 стоки. Вес 9. Да нет. Походу та самая, нет. Нормальная у нее атака. Хую знает. Она тут больше, по-моему, магическая какая-то, раз у нее. Теперь специфика щиты сбивать. Хер поймешь. Но я небольшой любитель и знаток этой алебарды. О, чемпион Гундир. В комментах пишут, что бой с этим ушлепком больше на Mortal Kombat похож. Пока, по-моему, все то же самое.
него интересно, Глеф, а не черного ли рыцаря? А вот теперь что-то новенькое. У него глаза загорелись. Пиздец. Ну он лечиться, похоже, вообще не даст. Пиздец. Ох, нихуя. Комбо зашло. Иди нахуй, дебил. Пиздец полный. Нихуя, Ван Дам. Ну нахуй с ним драться. Он ничего, блядь, не дает полечиться вообще. Это просто какой-то, блядь, бесконечный натиск, нахуй. Это ебанутость какая-то. Сколько весит? Тут надо щит, блядь, съебать копать балансом каким-то, нахуй, нереальным, чтобы держать его. Ой, блядь, ёб твою мать. Вес, расход. Где-то говорили баланс смотреть, нихуя не понял. Устойчивость. Ну, пояснение. Устойчивость при защите. Чем выше значение, тем меньше расход выносит все время блоков. Ага. 49, 50, 67. Угу. Да, тут броня нахуй вообще, походу, не нужна. И у ворота не помогает. Тут, наверное, надо щит этого, блядь. Да вот этот, наверное, и надо. Ладно, сейчас еще разом попробую, а там уж буду думать. Ну, бля, видно, что с ним хуй справишься такими этими. Никак со всеми, блядь. Когда отошел, полечился, подрался, блядь. Он не дает просто такой шикарный возможность. Может, его можно вниз как-то спихануть, там обрыв все-таки, блядь. А он нихуевые прыжки выдает. Блядь, ну пизда. Вот я говорю, вот посмотрите, как, блядь, идти к нему нахуй. Вот это пидораска, вторая такая же сейчас выскочит. Ты пиздец полный, блядь. Ненавижу нахуй вот за это таких боссов, блядь. Правильного босса не должно такой охраны быть. Просто прошел, подрался, все. Костер, блядь, смотри, хуй убежишь еще. Пошла нахуй, дрянь ебаная. Успела ударить все-таки, сучка. Да, чемпион Гундир, блядь. Техники боя, нахуй, у Шайнцунга, наверное, обучался, блядь, у какого-то. Шаокан местный, блядь. Подбросил, пинка дал, что-то, блядь. Смотри, сколько тут бомжей. Это пиздец просто полный. Я что-то не помню, чтобы их в оригинале столько было. Идите нахуй, твари. Ну, камон, бич. Сразу полечусь, один хуй потом не дадут. Жука вижу. Давай-ка к обрыву подойдем, блядь. Может, в натуре. Улетит он туда нахуй. Ну, босса не бэкстабится, это, конечно. О-о. Я знаю, кто туда полетит сейчас. Нет. Стеночка спасла. Я хотел запарировать, но он в этот момент ударил меня. Да, его хуй. Ну и замахи, блядь. Давай. Ай, в пизду. Кто вообще сказал, что его парировать можно? Или половину не снести, да? А, потому что кто-то, блядь, а меч зачаровать. Да иди нахуй, блядь, сделай одолжение просто, блядь. Нахуй, пойди. Хорошо, блядь. Не хотим мы, да, у обрыва нормально. В обрыв мы, блядь, не хотим сваливаться. Да? Давай, давай. Вот с такого же разбега, только посильнее разгонить. Охуеть.
Охуеть. У меня главный герой не успевает в стойку, в позу, блядь, вставать. Выгребальную. Слышь, Вертушкин, блядь. Вердум хуев, блядь, Фабрицио, блядь. Давай, хиляй нахуй меня. Ну пизда нахуй. Куда такие атаки-то, блядь? Опа, провалился. Гуляй, педрила. У него жизни маловато. Он быстр, да, блядь. Непривычно быстр. По сравнению с остальными этими хуесосами, он, блядь, просто резок, как диарея. Но здоровья у него вообще нет. Вот то, о чем я говорил, когда я играл в Bloodborne и хуесосил этот Bloodborne, на чем, сука, свет стоит. Что если босс быстрый и пиздец какой дамажный, у него не должно быть жизни, как у ебаной Годзиллы. Это я вот про Людвига, блядь, и про вот нахуй вот этого Викария. Потому что в Bloodborne просто пиздец, какие боссы живучие, а этого быть не должно. У меня дамага просто, ну, дрянь, 10 минут босса ковыряешь, чтобы у него половина хотя бы снялась. Это же говнище полное. Да, там есть какие-то критовые места, но ты еще критани его попробуй. Гундир, блядь. Ну и чё, блядь, сила, всё, чё мне прокачивать-то? Учёность. Да, копчён. О, нихуя, учёность. Сколько даёт? 5-6. Пятёрика. Да, заебись, давай. Полосочка пусть подлиннее станет. Нет, говно полное. Зачем я это сделал? Спрашивают, а чё ты вот эти души не тратишь? А видите, мне пару копеек не хватает на левел. Чё, их фармить пойду, что ли? Нет. Разбил, подошёл. Вот такая у меня политика. Подошёл, прокачал. Сила даёт, ну, единичку дамага прибавляет. Вот вам и скейл от силы А, блин, ну как? Мощно скейлует. Говно, по-моему, дикое. Интеллект, вера, сила, ловкость. Ловкость вообще не знаю, чё, живучесть. Пускай живущийся. Она хоть какие-то цифры добавляет. Все, пора игру, походу, уже проходить. Когда дамаг перестает расти, левел бесполезно прокачивать, стата не повышается, значит, что пора идти к концу. Ладно, короче, на этом все. Два босса, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, все дела. В следующей серии, глядишь, оставшихся поубиваю, да и все.